Продолжаю играть за наполеоновскую Францию. В прошлой серии стрелку вот эту не включил. Ничего. Теперь она работает. И надо прогнать эту саксонскую армию. Пятая мушкетерская, вторая. Это в Дартмоде было такое вот название номера бригад. Хорошо. Количество войск. А у них пехоты больше, а у меня артиллерии. Шевалежеры. Что ж, сразимся с саксонцами. А в Наполеоне стрелка серая. Из империи взял золотую такую курсор. Так, саксонцы, надо бы вашу кавалерию разбить. Наш Наполеон. Les grenadiers sont prêts. Так, старая гвардия. Вольтильжеры. Так, вот найти где, а с этой стороны, ну, хорошо. Ну, так и так. Начнем. Они пошли. Уничтожена эта конница. Конь последующий. Yeah.
еще что тут? Как они прорвались? Так, а где тут еще была конница? Нету. Все. Конница вперед. Обойдем их. Конница уничтожена. Теперь с пехотой будем разбираться. Так, отошли. Вперед. Вперед, все рукопашные. Месье, ваша славная победа уже близка. Добиваем. Своим еще попаду. Так, куда?
Да, они стреляют, они же здесь бегут. Разберемся. Так, хорошо. En avant, marché! Так, а здесь была где-то австрийская армия, не вижу. Ладно, надо защищать Мюнхен все-таки. Ближе к городу стоять. Здесь подкрепления нанимаются. Торговля идет хорошо. Так, это кто опять? Русские. Давай сюда. Так, здесь. Сюда не достаю. Ладно, давай сюда на ремонт. Ладно, пусть построятся какие-нибудь корабли. Так, а здесь тогда пусть торговый строится. А ну, дуэль. В больницу повезли.
Permettez-moi de me reposer. Que voulez-vous de moi? J'exige cette... Тоже ранил. Ладно, сидите тут. А, un lieu d'apprentissage et de culture. Troupe, en avant! Oui. Так, Monsieur, vos armes? Не унимаются саксонцы. Faites-leur mordre la poussière! Personne ne nous vaincra! Prêt à recevoir vos ordres? Добил таки. Так, мне надо в столице строить. À vos ordres. D'autres ordres? Citoyens, marchez! À vos ordres. Так, хорошо. En avant! Installation du campement. Monsieur. En avant, marchez! Armée est. Monsieur. Моя. Да, блокировано. Так, кто у нас? Не видно. Так, особенности отступления. Так, что-нибудь здесь. А вот здесь надо. Новые особенности какие-то. Так, здесь порядок, здесь изучаются. А на Ганновер все-таки не нападают. Что-то они тут зависли, прусаки. Ну и хорошо. Пусть ждут, пока Най к ним придет. Так, это что? Где-то здесь вроде бы. Сколько тут? 7900, а ну сейчас 9000. Да, вот здесь. Слоновья кость, она дорогая. Так, пусть еще наймем торговый корабль. Здесь можно нанять. Да и здесь, в принципе. Так. Я посмотрю, здесь ничего такого особенного. Ага, тут две армии идут. Monsieur, вон, давай сюда. En attente de vos ordres.
подождем. Здесь бы надо. Так, нанять войска. Подкрепление. Ну и теперь захватываем Вестфалию. Леомарк. Так, гарнизонная пехота тут. Разные полки. Генерал какой. Что ж, Ней, вперед. Это кто у нас клонится? Гусары. Конные гренадеры, значит. Так. Хорошо. Здесь второй швейцарский пехотный полк. Так, видно. Польский легион Висла.
Не знаю, белые погоны это у офицеров или у всех. Ну, просто другой картинки, только вот с белыми погонами. Пусть у всех будет так. Французский. Руанский батальон шассеров. Думаю, точно воспроизвел. Мундир. Так. А ну, сами шассеры. Ай, молодая гвардия еще. Так, хорошо. А еще пехотный легион Норд. Да, вот такие. Гусары, второй гусарский полк. Да, у них коричневые. Как их куртки назвать? Так. Так, может пушки на горку поставить? Даже вот так. Так, а ну огонь. Попадаю так. Вы долго бегаете. На это и где-то случайно попадут еще ядром. Прорвались такие. Ну и все. Хорошо. Огонь туда.
конницу захватил случайно. Стороны посмотрим. Туда не надо, сюда стреляй. Рукопашная, да. Где мои гусары? Вперед, гренадеры. Наши люди бегут, месье! Ничего. Берёмся. Вперёд на генерала. Уходит генерал. Куда ж ты идёшь? Сначала этих добьем, поможем. Их генерал убит, месье. Теперь они так, хорошо. Это кто? Граф. Шунхайм. Thank you.
месье, ваша славная победа уже близка. Так, хорошо. Куда стреляется? Вот сюда попробуй целиться. Месье, месье! Жизнь нашего генерала в опасности! Это еще откуда взялось? Уйди, 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 уйди. Най. Сейчас мы этих развернем. Отступают, хорошо. Пехота, давай. Ничего, пехота уже спешит на помощь. Конница, давай сюда. Достаточно. Что там у нас? Nous avons triomphé. Так, хорошо. Arte, pavillon. Оккупируем. Так, а здесь чего? Пусть строится. À vos ordres. En attente de vos ordres. Так,
Так, значит. Продолжаем. Секундочку, сколько? А, вот где британцы высадились. Я думал, они на Париж пойдут. Так, это ж хорошо. Веллингтон на Ганновер напал. Хорошо. Так, сейчас мы тут расчистим дорогу. Своему торговому флоту. Ремонт. Сюда достаем. Торговля, хорошо. Так, Северная Америка, хлопок. Давай сюда. Здесь кораблей вроде нет. Вот сюда желательно. Город осажден Ганновер, хорошо. Стоп, я тут еще где-то, а вот. Пряности тоже. Не дать им пройти к Тиролю. Пехоту нанимаем. Так. Надо бы здесь какие-нибудь войска нанять для защиты. Парижа. Мало ли, вдруг здесь высадят десант еще. Нет, Париж не защищен. Так. Здесь, значит, идут австрийцы. Здесь две армии. Так, где-то они сразу нападут. Карл австрийский Тешен, а здесь не видно. Так, ну сделаю еще ход один. Так, будем перехвачивать. Ну, сражение уже в следующей серии будет.